какие лично новости я считаю ценными и как бы я их, что называется, подавал, что какой мой вкус в этом плане. Во-первых, это должно касаться действительно большого количества людей. То есть, если это катастрофа самолета, это меня не должно интересовать. Для меня это не новость. Она касается погибших, родственников, еще какое-то количество людей, которые работают там в авиации и так далее. Для всех остальных, ну, катастрофичность самолетов, она гораздо меньше, чем катастрофичность машин. С тем же успехом можно машины каждый раз показывать, разбитые аварии, не знаю, во что это все превратится. Поэтому новость должна касаться действительно большого количества людей. Если мы говорим, например, что там подняли пенсии, то мы понимаем, что это касается там миллионов пенсионеров. Да, это новость, им нужно об этом сообщить, что пенсии подняты и так далее. Но важная для меня такая вещь, я ее таким крестом для себя таким называю, крест пространственно-временной такой, да. Значит, новость обязательно должна быть показана в своей тенденции. То есть, если мы подняли пенсию пенсионерам, мы должны понимать, какая пенсия была там вчера, год назад, 10 лет назад, 20 лет назад и так далее, и так далее. И, кстати, прогноз, какая пенсия будет. То есть обязательно мы должны это видеть во временном контексте, чтобы не было манипуляций, чтобы мы на самом деле точно понимали, что действительно состоялось повышение, а не за маркой повышения там какая-то компенсация инфляции и так далее. Потому что мы говорим там, например, сейчас шокирующие цифры, выходит кто-то и говорит, в России там 10 тысяч, там, например, беспризорных детей. Да, когда ты читаешь, говоришь, о, какое безобразие, там все-все-все. Но когда тебе объясняют, или ты когда видишь или знаешь, что 15 лет назад было 100 тысяч беспризорных детей, то ты совершенно по-другому оцениваешь, потому что оказывается, это у нас здорово, значит, у нас за 15 лет сократилось в 10 раз. То есть это новость, которая была негативной, она моментально становится позитивной после того, как ты ее поставил во временной контекст. Теперь аналогичная ситуация с второй как бы осью креста, со второй палкой, да, это пространственное сравнение. Сравнение с другими или аналогичными случаями, или, скажем, с аналогичными странами. Там, вот, пожалуйста, там в России такая-то пенсия, да, ее там повысили или там понизили, вот она такая-то, да. Мы говорим, хорошо, а что у нас с пенсиями в других странах? Там прекрасно, там где-то вообще замечательная пенсия в Германии, да. Да, а давай посмотрим на Украине, какая пенсия. Давайте посмотрим в Монголии. А потом смотрим, а в Китае вообще нет пенсий, кроме госслужащих, которые составляют там 1.5%, да, и армии. Вот. А остальные 1.5 миллиарда живут без пенсии. Или там в Индии нет пенсий, да, или еще там оказывается в 200 странах там пенсии либо нет вообще, либо они там чрезвычайно маленькие, да. То есть... Когда ты понимаешь, на самом деле, опять-таки, там пространственный вот этот вот контекст, то, опять-таки, очень многие новости становятся не такими, как они выглядели изолированно от этого контекста. Вот поэтому я считаю, что нужно обязательно этот контекст давать. Вот допустим, когда я блог свой редактирую, да, у меня позиция редактора моего блога, который, ну, довольно популярный, да, там по рейтингу там Brand Analytics, он там входит уже там целый год там в пятерку самых цитируемых блогов в Рунете вообще. Так вот, мой блог, он насыщен историческими материалами. То есть не только настоящие, не только новости, и не столько даже новости, потому что я здесь не угонюсь за нашими информационными агентствами, но исторические материалы, сравнительные материалы сравнительного характера, очень много прошлого, очень много футурологии, прогнозов, чтобы тоже можно было помещать в контекст, и очень много сравнений и материалов про другие страны, про наших соседей. Это и постсоветское пространство, и там та же Америка, и Китай, и все остальное. Для того, чтобы читатель блога, который постоянно его смотрит и читает, у него формировался большой глобальный контекст. Вот этот самый крест. То есть, чтобы он был подкован и в прошлом, и в будущем, и в том, что происходит в других странах. И таким образом, на каждый факт, который ему будет даваться, он смотрел в этом большом-большом контексте.